земля, укрыты дымкой облаков поля и города. За бортом балластом прошлого вся жизнь и дом, объятый сном, безмолвие уносит за собой в пространство нереальности чужой. Сквозь туман прочь от смятения души спешим к другим мирам. Больше нет любви, что многих держит на земле. Надежды нет, есть точка невозврата из мечты. Лететь на свет таинственной звезды, плыть в серебре. Маршрут туда, где время спит, есть точка невозврата из мечты. И мы с тобой смогли ее пройти, плыть в серебре. Пришел в сознание, сказал крыса. Борька, ты выкарабкаешься. Ты выкарабкаешься, это приказ. Бизона увезли в госпиталь КТЦ.
И как он? Врачи говорят, очень плохо. Кошкина, ты летишь в Зеленоморск? Рита, там бидон. Он что? Все нормально, пришел в себя. Можно к нему? Нужно. Спасибо. Товарищ капитан третьего ранга, ваш приказ выполнен, остался жив. Ты меня услышал? Да. Ожиданием своим ты спас нами. Я много чего слышал. Корнеев. Это приказ. В нашей группе запрещены даже намеки на флирт. Молодец, брат Бизон. Ты считаешь, что он может уже работать? Да. Товарищи офицеры, поздравляю вас с блестяще завершенной операцией. Спасибо, спасибо. Полковник, разрешите обратиться. Вызывал? Thank you.
капитан третьего ранга Маргарита Кошкина. Немедленно введи курс дела. Есть!